средневековье в нашем сквере мира мы еще не погружались. И вот сегодня вместе с этой этнофольклорной группой, которую Данил возглавляет, собственно, это ваш коллектив, да, вот мы отправились в этот таинственный и очень загадочный мир. Хотя, в принципе, обращение к средневековью это уже стало в традициях Одессы, да? Но вспомнить Пороховую башню, какие там фестивали проводят, Белгород-Днестровский проходит. На Пороховой башне, да, мы постоянно выступали от самого ее основания. И действительно, историю Одессы закономерно пытались и отстаивают то, что здесь постоянно были поселения, и Пороховая башня как раз вот вокруг этой идеи образовался фестиваль, что здесь была там генуэзская фортеця, да, и поэтому вот спрашивают, а почему в Одессе средневековый фестиваль? Вот потом... Да у нас, господи, у нас же и находили, так сказать, археологи находили еще мечи литовских рыцарей средневековья, которые тоже здесь, оказывается, конечно, побывали, то есть очень много артефактов. Почему вот интерес именно к этой музыке вот ваш? Ну, мы в средневековую тему перешли сначала через ирландскую музыку. Когда-то вот давно Тамара после перерыва опять выходила, супруга моя играет на флейте, она выходила после перерыва опять работать в музыкальную школу. И к ней, кроме того, что записались дети, какая-то часть на недостающие места, на недобор, пришли взрослые. И один из таких взрослых пришла девочка, которая, ну, взрослая уже девушка, которая была по танцам инструктором ирландским танцам. Она говорит, я вот еще и хочу и музыкой заниматься. И вот так нам попали ирландские ноты. Однажды на Хэллоуин нас попросили, чтобы мы не просто кавер-программу сыграли. Говорят, мы слышали, что вы пару ирландских вещей играете. Давайте вы весь концерт ирландской музыки сыграете. Вот. И в этом же году мы устроили еще... 2012 год. Мы играли во ресторане «Легенда» в средневековом, да. Потом пошло все дальше. В этом же году открылся средневековый ресторан «Легенда», который ныне здравствует и по это же время недалеко от Соборной площади, где мы первый год очень плотно играли, и мы начали играть ирландскую музыку вперемешку со средневековыми вещами. Потом начали выезжать на фестивали, ну и вот и зацепились в этом жанре. Ну это любопытно, действительно, что обращение, вроде бы, да, народы-то они небольшие, там ирландцы, шотландцы, да, вот кельтская культура, вот, но у каждого есть свой колорит. Давайте мы лучше вас послушаем, да, как вы играете, вот что вы сейчас хотите. Касательно колорита, да, вот хотелось бы сыграть такую вещь, мы заметили, что кельтские вещи, и они очень созвучны украинским многим мелодиям, белорусским, то есть вот общеславянские вот такие мотивы, да, ну и вообще, наверное, музыканты, они путешественники большие, да, эти мелодии не разносились по всей Европе, поэтому у нас есть номера концертные, в которых мы играем перемешку украинскую народную музыку с ирландской или шотландской народной музыкой. И они просто ложатся один в один, да. Ну хорошо, давайте мы вас послушаем. Ми базовая нотка. А потом в соль переходим. То есть я могу вот с определенной хулиганской уверенностью сказать, что вообще культура кельтов произошла от украинцев. Вот и попробуйте только со мной поспорить. Тамар, вот вы помимо того, что да, играете в этом коллективе, вы еще играете в муниципальном оркестре, да? В качестве я волонтер муниципального оркестра. У нас сейчас большое количество концертов именно в поддержку нашей армии, в поддержку населения. Мы дарим хорошее настроение. Вот ближайший концерт будет в это воскресенье. Всех приглашаем в роту, в городской сад в 4 часа дня заиграет для вас духовой оркестр, классическая программа. Ну, вообще, вот с началом войны театр Салика, конечно, он пережил немножко, так сказать, такое потрясение, потому что, ну, достаточное количество музыкантов уехало, вот, и тогда объявляли набор, и приходили новые музыканты, которые, с другой стороны, они изнемогали просто от того, что они не могут играть, да, и обновился ваш состав. Да, у нас половина оркестра уехала, ну, вот я в том числе, как волонтер в этот оркестр пришла, и очень довольна и благодарна, ну, мы звучим. И это дает силы жить. Так, ну давайте мы еще с Олей пообщаемся. Олечка, ну вам доверено самое главное, это тот ритм, в котором они играют, да, вот, то есть вы задаете ритм. Ну, кроме этого, вы преподаватель, да, вы преподаете в детском, с детками занимаетесь? В детском санатории Хаджибей, но в данный момент я в декретном отпуске. Всегда мечтала работать с детьми, и так получилось, что познакомилась с старшим воспитателем детского санатория Хаджибей, и сразу после окончания университета пошла работать туда, к ним. Туда приезжают дети лечить глаза со всей Украины. И очень интересно общаться с детьми разных возрастов. А почему и с разных регионов еще до сих пор не приглашали? Оля, можно задать такой вопрос? В данный момент он пока что не работает в военное время. Родители детей, ну, не отпускают просто. Я так по долгой профессии, да, просто был знаком с теми специалистами, которые работают. Он, собственно, недалеко от меня, Французский бульвар, там, да, вот, да, находится, знаете. Ну, и пару слов, Алиса. Ну, у вас, так сказать, самое главное, это, так сказать, это басы, да? Вы поддерживаете все звучание. Да. Кроме этого, вы в театре работаете? Да. Вот у нас в воскресенье будет спектакль по одноименной пьесе Леонида Филатова «Часы с кукушкой». Я там играю роль Лизы. То есть вы и как актриса, и как музыкант, да? Да. Какую роль? Да, совершенно верно. Роль музы, ты говоришь, играешь? Роль Лизы. Лиза. Роль Лиза, ну, в общем-то, муза тоже. Вот. Ну, кроме того, что у вас еще отдельное направление, это вы занимаетесь еще с детками, да? Да, так, детей сказочки делаете. Да. Да, так сложилось, что еще до того, как у нас у самих в семье с Тамарой появились дети, мы участвовали в работе нескольких детских центров, в которых проводили интерактивные музыкальные сказки. Что это такое? Это когда музыканты участвуют вот в работе программы. И интерактив заключается в том, что у нас сценарий в самом общем виде набросан. И мы очень смотрим, как дети на все взаимодействуют. Они нам зачастую сами подсказывают, что необходимо в данный момент сделать, какой сценарный ход или как сказку, ну, на ходу преобразовать под те игры, которые сами дети предлагают. Игры, песни, импровизация, все очень быстро, живо, и вот мы 15 лет уже этим занимаемся. Ну и, собственно, уже двое собственных детей. Ну, вот они не в кадре, но детки сейчас хорошо, что у нас тут в сквере есть вот детская, так сказать, площадочка, они там сейчас заняты, они там сейчас активно участвуют. Ну что ж, слушаем дальше вас, пожалуйста. А какую вещь мы вторую хотели? Конский бран. Конский бран? Да. Сколько? Я знаю, что вы, так сказать, помимо скрипки еще владеете вот этим инструментом, который называется укулеле. Да, ну, в тот момент, когда мы кричали «Иго-го», еще хотелось, конечно, передать привет нашим друзьям, для которых мы часто играли на балах. У нас есть несколько творческих коллективов, которые занимаются реконструкторскими танцами, социальными танцами. Они проводят балы на средневековые темы, на ампир, барокко. Вот. И потрясающие костюмы. Вот да, совершенно верно. И когда ты окунаешься в сказку, действительно, через музыку, через вот эти танцы, которые они тоже... Мы с ними неоднократно на этом фестивале «Пороховая башня». Междумирье, да, прежде всего Междумирье. Потом они еще несколько студий от них отделилось. Но Междумирье – это студия старинных танцев Междумирья. Мы им большой привет передаем. И вот когда мы тут как такие клоуны кричали «Иго-го», но там, когда хор, так сказать, танцующих, они, так сказать, изображают движение лошади, начинают на весь зал, так сказать, или на всю площадь, на которой эти танцы происходят, кричать «Иго-го». Но это немножко звучит более пафосно на даче в нашем скромном исполнении в этом сквере. Вообще, между прочим, то, чем вы занимаетесь, вот эти реконструкции и так далее, нужно развеивать вот этот миф. Да, конечно, средневековый у нас прежде всего ассоциируется с чем? С инквизицией, да, с какими-то пытками. Но это же потрясающая, совершенно умиротворяющая культура, это потрясающая музыка, действительно, это великолепные костюмы, это целый пласт интересный. Так что, берете укулеле, давайте нам сыграйте на этом инструменте. Нет, дорога вдаль сначала. Однажды мы участвовали в одном благотворительном мероприятии, где там собирали в помощь больному ребенку. И там было и Междумирье, и многие наши рыцари одесские, потому что молодежный театр поставил спектакль по трилогии «Властелин колец». И нас попросили, говорят, так возьмите, ребята, у сэра Толкина там полно в книжках уже готовых текстов песен. Возьмите их и наложите на народные мотивы. И так в наш репертуар попало несколько песен на слова сэра Толкина. Ну, естественно, мы их в русском переводе поем, чтобы, так сказать, лучше доходило до местного населения весь, так сказать, всю прелесть. И что интересно, эту песню мы уже на публике начали раньше показывать, даже до того, как вышла трилогия, уже голливудская постановка. И там тоже эта песня была поставлена, и практически в том же ключе. То есть практически в том же ключе. Здорово! Придет деревьям и траве, чтобы дом родимый постучать, и тихо отворится дверь. От диких гор, от древних чар. Придет деревьям и траве, чтобы дом родимый постучать, и тихо отворится дверь. Ты знаете, представил себе вот в этих средневековых башмаках с такими загнутыми носами, вот в этой вот одежде. И действительно, вот ваша работа и вот ваше творчество – это подтверждение тех слов, которые вот говорят, что действительно Одесса, она рождалась на слиянии культур. Одесса, она вообще многонациональная, больше 100 национальностей живет в нашем городе. Так еще и, так сказать, это пример того, что Одесса, она не только многонациональная и многокультурная. Когда проводят Одесса... День Святого Патрика, всегда говорят, главный вопрос на викторине, говорят, а кто главный ирландец? Из наших, так, там, да, так я вот, да, я к чему веду, что Одесса, она не только в разных культурах народности, она еще и в разных веках. Вот что самое главное. Спасибо вам огромное, ребята, спасибо за вот эти вот минуты удовольствия, которые нам подарили. Ну и по традиции заканчиваем. Все будет Украина, все будет Одесса. Пока у нас крепка наша культура, мы обязательно победим.